Знаешь, чё, Кинатор, я пришел сюда сделать две вещи. Записать летсплей и надрать твою задницу. И как ты можешь видеть летсплей, я уже записываю. Бич! В этот раз я ему, короче, буду закатывать пиздец каких сложных персонажей. И, короче, будем проверять его на прочность, сможет он их угадать или нет. Но начнем с меня, потому что я самовлюбленная скотина и хочу посмотреть, сколько раз меня отгадывали. Ваш персонаж человек? Да. По крайней мере, мама мне так говорит. Ваш персонаж женщина? Нет. По крайней мере, мне тоже мама так говорила. Нет, я не из Марио, хоть у меня нос тоже достаточно большой. Если у вашего персонажа борода? Нет. Ваш персонаж глава Министерства иностранных дел? Ага. У вашего героя есть волшебное кольцо? Нет, я не Фродо Бэггинс. Сами себя завуалированно хоббитами называете. Играет Яндере симулятор? Ну, как бы да, я делал пару видосов по Яндере симулятору. Да, я ношу очки. Мужчина в теле девочки? Если после этого вопроса он угадает? Нет, я мужчина в теле мужчины. Спасибо тебе, пошёл. Такая мразота, блять, вы только посмотрите на это уёбищное лицо. Ах ты, мать его, ублюдок, я тебя найду, говно собачье. Ты хочешь меня трахать? Да я сам тебя... Идёшь, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье. Персонаж уже был отыгран 1004 раза. Даже так. Игровой отчет. Чё здесь у нас есть? Связан ли ваш персонаж со взрывами? Я ответил нет. Но должен был ответить да. Судя по всему, я как-то связан со взрывами. Окей, ну а теперь попробуем, короче, хардкорных персонажей угадывать. У меня уже есть парочка. Первый из них... The Elder Scrolls Oblivion, когда ты арену там проходишь, тебе дают сраного фаната, который самый, сука, надоедливый персонаж в истории видеоигр. Алло, да? О, великий чемпион. Да, здравствуйте. Можно я пойду с тобой? Он плохой? Вот это тоже, кстати, неизвестно. Я знаю, что всем абсолютно насрать. Никто не знает, про кого я говорю. Но я все равно хочу рассказать эту историю. В Скарибе можно, короче, найти какую-то книжку или что-то типа того. И там будет написано, что вот этот фанат, он на самом деле являлся членом Темного Братства. И его заказом был победитель арены. И потом он его типа убивает. Elder Scrolls, ну да. У вашего персонажа есть подчиненный? Нет. Темнокожий? Нет. Маленького роста? Да. Живет в избе? Я не знаю. Вы были у своего персонажа дома? Нет. Это уёбищное лицо, господи, я его никогда не забуду. Ох, великий чемпион, я видел твой бой с серым принцем. Можно я пойду с тобой? Я не буду мешать. Мне всегда нравилось, какой они голос подобрали под этого персонажа. Вот вы посмотрите на его лицо, а потом послушайте его голос. Я видел твой бой с серым принцем. Гамон. Вы знаете, кто такой Гамон? А он, между прочим, Аргримар спас. Я не заслужил этого. Я... Я делал такие вещи. Эти дети описуемые. Ваш персонаж человек? Нет, он коровка. Нет, не связан с Five Nights. Животное? Ты животное. Причем грязное. А он благородное порнокопытное. Главный вокалист в группе? Нет, у него нет своей рок-группы. Нет, не Dota 2. Грязно-зеленого цвета? Лицо твое грязно-зеленого цвета, твою мать! Гарри! Играет сериалы, которые показывают на Никелло. Слушайте, сериал по... Если бы показывали сериал про Гамона, я бы его главным фанатом был, серьезно. Ваш персонаж враждует с Оксимироном? Тут перед этим был вопрос, есть ли у вашего персонажа шерсть. Неужели у Оксимирона так много шерстяных врагов? Из серии Warcraft?
Да. Ваш персонаж мычит? Сука, не смей. Не смей. Ты не можешь знать гамона. Птица нет. Родился, ну... А это обыкновенная вещь, что люди, которые рождаются на Украине, принадлежат к серии Warcraft. Мне вот это вот только интересно. Ходишь в школу? Нет. Корова? Да. Он корова. Таурен. Ну, слушай, я понимаю, что он Таурен, но... Это как если бы я ему актера какого-нибудь загадывал, а он мне такой, а это человек. Ты описываешь мне человека. Сука, Сеня, это лучшее, что произошло в интернете. Вы только взгляните на это лицо. Вы только... Адрес заблокирован. Замечательно. Но лицо-то какое, блядь. Господи, боже, это морда, она такая прям... Сеня круто, Сеня классно, возраст 19. Играть. Ваш персонаж живет в джунглях? Нет. Имеет отношение к космосу? Нет. Играл Брюс Уиллис? Бля, если бы Брюс Уиллис сыграл Сеню, это была бы его лучшая роль в жизни. Как минимум, я бы точно пошел на этот фильм. Фильмы? Нет, не показывали. Связан с игрушками? Нет. Принц? Нет. Носит одежду? Нет. Имеет отношение к Сеню? Нет. Нет. Советский мультфильм? Нет. Ваш персонаж снимается на канале Элли Дипец. Элли Дипец, это что такое вообще? Спиннер-реакция собаки укусила меня до крови. Ага, понятно. Но я даже, пожалуй, заходить туда не буду. Толстый, да! Говорит по-английски. Нет. Хомяк Хома. Пошел ты нахуй, хомяк Хома! И пошел ты нахуй, Акинатор! Я признаю только одного хомяка во вселенной, и это Сеня. Ваш персонаж хомяк, ваш персонаж Хомка, да. Что Саша спил? Что? Что он от меня хочет этим вопросом? Саша Спилберг хомяк? Саша Спилберг Сеня? Ну и где? Ну-ка, стоп, секундочку. А чем я занимаюсь? Что мы говорим, Саша Спилберг? Правильно, мы говорим, Саша Спилберг, нет. И не важно, что у нас возникла техническая проблема. Придумал. Шоколадный мальчик из Эй Арнольда, а? Ваш персонаж человек, да. Связан, нет. С Ютубом он не связан. Существовал в реальности, нет. Плохой, нет. Носит оружие, нет. Ваш персонаж выделяет слизь. Все мы иногда выделяем слизь. Ваш персонаж сражается со злом. Он только с шоколадом, блядь, сражается. Шоколад! Шоколад? 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 Шоколад! Ваш персонаж ребенок, да. Носит очки, нет. Ваш персонаж расследует что-то, нет. Как? 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 Он даже про шоколад... Как? Он даже вопросов никаких не задавал, наводящих на это. Чё? Да? Ша? Чё? Как? Загадаю я, знаете чё? Псину Шаен. Есть игра Fallout New Vegas. Fallout New Vegas есть поселение Good Springs. В поселении Good Springs есть салон. В салоне есть баба по имени Санни Смайлз. Это вот собака Санни Смайлз. Не, ну я бы угадал. Ваш персонаж из мира Fallout. Нет. Если он угадает просто обычную псину, то окей. Но если он угадает конкретно именно ту псину, которую я загадал... Окей. Да, они из мира Fallout. У вашего персонажа есть посох? Нет, у собак не бывает посоха. Вашего персонажа человеческие уши? Нет. Ваш персонаж связан с игрой Fallout? Да! Пес один... Псина-конь? Что значит, блять, псина-конь? Ладненько, думаю, это замечательный момент, чтобы закончить это видео. И мораль этого видео такова.
Вырубай нахуй, потому что я не знаю, что сказать.